Невыносимые боли, отказ от самостоятельного передвижения. Дарье может понадобиться хирургическое вмешательство, если она не прекратит просаживать здоровье. На днях Дарья выложила пост в своем микроблоге, под которым она пожаловалась на жуткие боли в ступнях, сказав, что раньше она не уставала так быстро, а сейчас, спустя час минимальных нагрузок, боли дают о себе знать. Фанаты решили, что эти боли вызваны периодическим вмешательством в организм девушки, объяснив это тем, что любое вмешательство в организм является большим стрессом для организма, а в случае Дарьи, она делает это постоянно, не дав организму как следует восстановиться от предыдущих махинаций. Ранее девушка жаловалась на так называемые последствия своих изменений. Общее отрицательное состояние, слабость, головная боль, тошнота и головокружение. Сейчас к списку недомоганий добавились еще и невыносимые боли в ступнях. Появившиеся боли в стопе могут сигнализировать о различных заболеваниях, физических перегрузках, травматических повреждениях. Характер тягостных ощущений, их частота и выраженность, как правило, зависят от образа жизни и состояния организма. В данном случае, осложнение на ноге могло произойти из-за отравления организма Дарьи хирургическими вмешательствами и последствиями наркоза, точнее его действием на организм девушки. Также причиной могут стать уколы красоты Дарьи, при ненадлежащей дезинфекции инструментов, в организм девушки могли попасть инородные микроэлементы, бактерии, либо вирусы. Так что при очередном посещении своего чудо-доктора, крови Пензарю могло пойти заражение, которое при отсутствии должного лечения способно привести к плачевным последствиям, и даже к ампутации конечностей. Пензарь же никогда не отличалась особым рвением к тому, чтобы беречь свое здоровье, она наоборот, будто специально, делала все, чтобы навредить своему организму. Пластика губ, уколы красоты, филлеры, мамопластика и удаление комков биша. Это далеко не полный список махинаций, проведенных Дарьей в погоне за красивой внешностью. И хотя особых причин для паники нет, пользователи сети решили просветить Дарью в том, что ее здоровье находится под угрозой, поклонники даже решили, что Пензарь ждет ампутация ног из-за страсти к пластике. Девушки даже пророчили старость в инвалидном кресле. Доиграешься с пластикой, вообще ноги отвалятся. И правильно, что болят. Это твои операции боком выходят, заметили пользователи Instagram.